Здравствуйте! С вами опять Садриддин. Я сегодня хочу сделать этот видеопост на очень интересную тему, на тему здоровья. Если вы помните, чуть более 2 лет тому назад я вот рассказывал про эту палку, которую я приобрел, чтобы ходить, потому что мое здоровье сильно пошатнулось, я не мог ходить без палки. Оставив машину на паркинг, я не смог дойти до дома и по пути зашел в магазин и купил эту палку. Она мне прослужила более 2 лет. Вот этот наконечник я менял 2 раза. Вот недавно заменил, он еще совершенно новый, но я эту палку уже на улицу не нашел. Она просто у меня дома хранится, я сегодня показываю вам. Я его убираю. Правда, в машине у меня еще есть 1 трость. Я его использовал для гостевых посещений своих. Он такой более красочный. Но он тоже сейчас уже не нужен мне. Благодаря чему? Благодаря правильному питанию. Я вот сегодня хочу вам показать, что благодаря правильному питанию и физических тренировок я сбросил 5 килограммов. Вроде бы это еще немного, потому что у меня лишнего веса более 25 килограммов. Но даже 5 килограммов мне дали такой замечательный результат, что я ощущаю легкость. А если я сброшу еще 20 килограмм, это будет вообще, я буду, наверное, летать как на крыльях. Это вот мое питание. Хочу заранее говорить, что это не для рекламы. Я совершенно не хочу рекламировать никакие продукты. Я просто хочу показать, чем я питаюсь на сегодняшний день. Вот это мой ранний завтрак. Когда я поднимаюсь, прежде чем пойти на тренировку, я на тренировку ухожу в 7 часов на побережье океана вместе со своей командой. У нас прекрасная команда китайская. Мы занимаемся тайчи. И вот перед тем, как идти на тренировку, я пью воду вместе с Herbal Aloe. Замечательнейший продукт для сброса веса и для очистки сосудов. Но я о них не хочу говорить полностью. Для этого, может быть, когда-нибудь я посвящу специальное видео. Я просто говорю, что это я пью вместе с водой. Разбавляю 1, иногда 2 колпачка вот на такую бутылку или на полбутылки. И запиваю вот эти вот таблетки. Это клеточный активатор компании Herbalife, который активирует клетки. Формула 2. Это мультивитаминный комплекс. Я это запиваю, пью. Это, конечно, не продукт компании Herbalife, но тоже отличные капсулы. Это Peak Nutrition, который дает энергию. А это глюкозамин хондроитин. Это я купил в Амазоне. Такие крупные таблетки, которые я тоже пью для суставов. И, конечно, Fish Oil. Отличнейший продукт. Вот это все я когда-то научился в Herbalife вот так вот класть в ладони и закидывать в рот. Я вот таким залпом закидываю и запиваю водой, разведенной, в которой Herbalife Aloe. И иду на занятие тайчи. По возвращению я готовлю себе коктейль, замечательный коктейль
который меня полюбился еще в 90-е годы. Дай мне молоко. Подай мне молоко. Вот я сейчас вернулся с тренировки и решил сделать вот такую запись. И вот я подготовил молоко. Сейчас приготовлю с вашим участием себе коктейль. Есть специальная ложка, но это оно уже внизу, поэтому... А этот спираль где внутри, который? Эльдара, внутренний спираль принеси. Вот я кладу 3 ложки. Потом я еще сюда добавляю. Синамон там должен быть. Синамон. А, синамон, а там этот... еще есть там. Ага, вот этот вот. Да-да. Добавляю немного... Как он назывался? Я уже забыл. Сейчас вспомню, вам скажу. Вот добавляю немножечко тоже. Добавляю синамон. Но он у меня есть в большой бутылке. Конечно, бутылка не от него. Но мы тоже с Amazon выписываем в больших посудах. И вот я переложил в такую бутылку, и вот пол чайной ложки синамон я сюда добавляю. Взбалтываю в шейкере. С молоком. На молоке я делаю этот коктейль. Можно на воде делать, можно на йогурте, можно на кефире, на чем хотите. Можете на соке. Я еще люблю на морковном соке делать. Отличный коктейль получается на морковном соке. Все, готов коктейль. Теперь его можно употреблять. Это мой завтрак, который я принимаю по возвращению с Тайчи где-то часиков 10. И до обеда он мне вполне хватает, дает силы мне. Отличный вкус. Я люблю такой коктейль. Еще я вам, оказывается, не показал. Brain Abundance. Это питание для мозга. Топливо для мозга. Отличнейший продукт, который я тоже полюбил и тоже употребляю вот это все вместе. Я просто забыл его, отложил, оказывается. Вот это мой ранний завтрак. Это уже по возвращению с тренировки мой завтрак. Вот этот вот весь. И вот в итоге я стал себя чувствовать прекрасно. Я доволен. Ну, с Гербалайф я, конечно, знаком с 90-х годов. Я эти продукты знаю очень хорошо. Получил отличнейший результат тогда, в свое время. Избавился от некоторых хронических болезней, которые больше не возвращаются ко мне. Слава Богу. Ну, я это специально сделал такой пост, чтобы видеоотчет перед своими подписчиками. Потому что, помните, я на прогулке с этой палкой ходил, делал тоже посты. И тогда я обещал, что я эту палку брошу, что я восстановлю свое здоровье. Слава Богу, мое здоровье восстанавливается. Я очень рад этому. Поэтому хочу сказать, что прежде всего для человека нужно здоровье, хорошее здоровье. Во вторую очередь, семейное благополучие, тепло домашнего очага. И тогда у него и дела в бизнесе, и другие взаимоотношения с другими людьми, все будет
замечательно. Так что, друзья мои, питайтесь правильно. Это я вам показал просто завтрак. У меня еще есть специальное правильное питание по определенной схеме, японской схеме, которой придерживаюсь в течение всего дня. И так вот я постоянно придерживаюсь правильного питания, который дает хорошие результаты. На этом все, друзья мои. С вами был Садриддин. Пока, пока. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.